Давай. Саня, мы начнем видео с твоего. Ик. Да. Всем привет. Ну, есть у нас он. Да, Санек, да, Дуба там в подкрылок бубнит. Есть такой интересный робот. Ну, даже не знаю, как с чего бы правильно начать, так чтобы все охватить. Основная проблема. У нас крылья, передние крылья и бампер, они чуть-чуть не в цвете. Причина, по которой они не в цвете, сложно сказать, поскольку машина красилась вся у одних мастеров, но за несколько заходов. Но морда отличается именно по крыльям, она вообще отличается. Надо это устранить. Плюсом ко всему, там уже по крыльям кое-где ржа там пошла, потому что давно это делалось. По пути это как бы делаем, да? Покрасить хозяин машины попросил стык. Это очень сложно. Мы с Саней потратили часа полтора. Вся библиотека, что у меня есть, мы ее всю перелопатили. Идеально в стык. То есть идеально. Нет, в расход, да, есть там куча вариантов, чтобы сделать в расход. Но делать в расход, это тогда капот заходить, дверь сюда. И дверь с той стороны. Но идем дальше. Нам надо вот это крыло переделать. Потому что тут ржа полезла. И вот этот вот красивый кантик, поплывший весь, надо само собой переделать. Плюсом тут переход у ребят вообще не удался, несколько раз причем не удался. Надо переделать. Получается, и дверь идет в расход. Ну, как бы ее бы как бы и надо покрасить. Потому что тут, ну, лака, ребята забыли лака налить. Или не хватило, или забыли, не знаю. Будем считать, что нету, да и все. Причина неизвестна. То тогда получается борт целиком. А если в расход, то еще и багажник. Ну, потому что плоскости тут стыкуются. И бампер. Итого, что у нас остается из того, что якобы не тронуто? Крыло, дверь и крыша. Не кисло, чувак попадет, приехал покрасить два крыла, бампер и заднее левое крыло. Да, остается крыло и дверь. Да, он и так попал на полночок, я так понимаю, из-за того, что маляра там что-то накосячили. Поэтому мучаться с краской решено не мучаться с краской. Именно мне. Потому что в стыке полистал, ничего не хочу делать, сам что-то подбирать не буду, тут с перламутром нет у меня времени этим заниматься. Отдадим ребятам на подбор. И еще момент, то есть они будут подбирать морду под крылья и капот, под двери и капот, чтобы я покрасил крылья и бампер. Но бампер-то такое, он пластик, он всегда отличается. А вот это крыло они будут подбирать под эту дверь и крышку багажника как-то, потому что дверь от двери отличается чуть-чуть. Через камеру должно быть вам хорошо видно. Но вот эта дверь зеленее, чем вот эта. И вот что во что подбирать, чтобы покрасить в стык? Глобальный вопрос. Не в ремонте дело. То, что тут отремонтировать, то есть чесать, там, вычесать, убрать ржавчину, переложить герметик, это вообще именно раз и сделали. Там переход поправить, когда будет краска нормальная, это сделаем. Кстати, батон красится, ну, в лак уходит целиком, потому что переход тут не удался. И переход тут не удался. Ни разу. Это заводской цвет. Что? Я не знаю, что у них удалось. А, и следующий прикол. Хозяин машины просит, вы мне полирните всю. Ну, потому что она печально выглядит. А тут такое, ну, порезаться можно реально. Вот это мусор, вот это я понимаю мусор. Вот мусор, гляньте. Вот это, а кто-то там говорит, там камера сыпет, вот где сыпет камера. Вот это норм. У них вот тут волосы лежат. Тут можно это, анатомию изучать того, кто красил. Тут ДНК можно опознать, короче, чувака. Ну тут реально жесть. И, а, сколы, да, Пал Палыч тут-то напропускали. Ой, мама родная, где они? Пал Палыч, иди сюда. Раз, два. То есть их просто это, ну, заводской капот был не крашен, его взяли и покрасили, не подготавливая. Ну и так далее, тут этого очень много. Вроде бы так отходишь, как делает Карыч. Раз, два, три, четыре, пять. О, нормуль, она еще и блестит, даже мы ее помыли. А подходишь ближе, понеслась, цвет не в цвет, шагрений нет, лака нет, полировать неизвестно что. Цвета отличаются разноцветные. Как красить, пока что думаем. Из главных этапов заготавливаем сегодня морду. Сегодня-завтра, пока выходные. А с понедельника я еду ребят колористов мучить. Пусть мучаются, это их работа. Посмотрим, что они нам смогут вывести. Отдавать планирую тем же колористам, которые делали Линкольна МКЗ красного трехслойку.
Тут попроще вроде бы. Разобрали машин. Тут надо будет еще потом домывать, потому что в подкрылках очень много грязи остается после разборки. Морда освобождена. В принципе, так ее можно и гнать на подбор. Вроде Санек говорит, все, поубирал, ничего даже не отвалится. Скорее всего, да? Так, что тут сзади происходит? Бампер сняли, фару сняли. Этот пока что не мешает. Если будет мешать, тоже снимем. Но его надо все равно будет ставить, к бампер же на место ставить, чтобы ехать. Ну, и сейчас. Ну, сейчас, да. Так, сейчас, получается, крыло тут мененное. Поэтому герметоз переложенный. Под герметозом начало коржиться. Его надо сорвать, обработать и переделать, короче. А подкрылка, блин, как будто подкрылка и не стоит. Говнище, грязище. Красотища. Хотите, сейчас покажем приколюху. Крыло мененное вот так. Я уже, по-моему, сказал об этом, да? То есть вот этот кусочек вставлен под завод. Сделано это для того, чтобы не трогать... аккуратно, да, мы же дверь не красим. Чтобы здесь точки не трогать, его поменяли вот так. То есть, ну, для рихтовщика эта работа такая, прикольная, геморройная. Все сделано четко. У нас вот тут вот, то есть, было, во-первых, не так, как здесь, это раз. Там было что-то плоскенькое, типа герметика положено. А вот тут шелушился кусочек. Я говорю, Саня, ну открой, глянь, может там локально как-то сделать. Открыли, оно ни хрена не держится. Получается, кто-то мазанул герметосом, сверху герметоса шпакло, и сверху шпакла опять герметосик полосочка. Логики ноль. Саня начал выдирать, мы-то думали, что там что-то серьезное, нифига. Все ровно, рихтовщик сделал свою работу четко. Вот сварные точки, на которых он именно приваривался, прихватывал, они зачищены. Да, они не идеальны, как бы, ну, не в ноль, но они зачищены. Они ничему не мешают. Он просверлил примерно так, как сделано тут. Ну, понасверливал так, чтобы потом на грунте пацаны перетерлись. Зачем было наваливать герметоз, сверху шпатлевать и опять ложить герметоз, если оно друг на друге не держится, то есть продукты несовместимы между собой. Логики никакой. Ну ладно, поскольку мы все равно лезем в проем, потому что там, ну там коржик реально телепался, нельзя было так оставлять. Ну, удивляет вот. То есть рихтовщик красавчик. Везде сделал. Да. Вот тут все сделано. То есть, когда скинули бамперок так, просто скинули. Ручечка, все. Да, все сделал. Есть. Как бы оно в глаза хотя бы не кидается, когда, знаешь, открываешь, а там нарыгано, не покрашено. А бы как сделано? Нет, человек постарался. Доделайте ж вы за рихтованным, тем более вам тут осталось. Когда рихтовщик так работает. Когда именно, да, то есть, ну, я бы с таким бы рихтовщиком, сука, с радостью поработал, если бы вот так вот человек мне отдавал, что я по грунту перетер точки, и у меня получилось более-менее похоже под завод, не надо сигаретой, бычком этим галимым что-то рисовать. Они раз открасили, что-то у них не получилось, они так два открасили. Я же говорю, это не завод, то есть это он просто их не почистил. Ну, хотя так аккуратненько, он сделал красиво. Ну, нормально, оно не палится, опять же. Как и зачем? Извечный вопрос. То есть тут вся машина, я так понимаю, она была норм. Ладно, замена крылышка этого. Тем более я так понял, что тут чуть-чуть что-то было, потому что тут не сильно, не видно ничего. Не, ну видно, чуть-чуть подрихтовано, но это не гахано. То есть удар был вот сюда, куда-то. Ну, поскольку верхнюю стойку не поменяли, дверь не меняли, и этот, стекло не треснуло. Значит, тут что-то понизу просто, да, чуть-чуть прилетело. Два крыла и... Нет, не два крыла, что там Саша говорил? Бампер и крыло, по-моему, он привез, другие. Остальное и делать не надо было. Ребята умудрились ушатать всю машину. Так ладно, по ним доделали за собой. У нас сейчас становится вопрос, что делать с вот этим? Тут нету лака, тут нечего полировать. Еще есть, а вот тут да, вообще... Ну, да, и тут его... Ну, это за... первый припыл. Это капельный туманчик такой, ну, прошелся. Первый припыльный. То есть варианта тут второй полировать, да, тут полировать он отсутствует полностью. Сюда вообще нельзя лезть ничем, потому что, когда мы сделаем тут протир, Саша скажет, а я вас просил туда лезть. А дальше идем, что тут с этим делать? Ну, куда-то ее подзагладить можно. Ну, хватит ли нам толщины на лаке, чтобы ее подзагладить? Непонятно. Да, толк ее мерить, она несколько раз прокрашена. В общем, машина вроде бы и целая, но ушатанная так, что с ней теперь... Пойди пойми, что с ней делать. По-нормальному тут весь этот борт надо перекрашивать. Весь, потому что он весь не в цвете. Капот от крыла, крыло от двери, дверь от двери.
покрасим, все равно так или иначе будет отличие в цвете двери от крыла, потому что к чему-то одному мы будем подбирать, либо к багажнику, либо к двери. Ну, не мы, а колорист. Что? 170, ну, один окрас. Это и даже нету. Ну, короче, лака они пожалели. Ну да, у нее где-то 110. Ну, японка, соточка, японочка идет. Ну, вот один окрас, все норм. Только такой, недокрас. И что мы тут полировать будем? Ладно, что-то где-то. Вот так все даже целое, даже ровное. Надо счесать вот эти вот. У них идут из нижнего слоя покраски. Идет влага. Четко видно пузыри такие, которые рвут лакокрасочно. Вот мы начали тут расковыривать по наружке. Просто посмотреть, что это. Это идут с нижних слоев, влага прет. Из-за этого надо все счесывать, то есть до упора туда смотреть и перегрунтовываться. А так хотя можно бы было бы это крыло и полирнуть, если бы не вот эти вот целлюлиты поплывшего лака. Блин, сложно. Когда хочешь сделать и как-то аккуратненько, а ты полез сюда, сейчас вот из-за вот этого будем вкрашиваться вот сюда. Ну тут благо есть где спрятаться. Тут из-за того, что вот тут вот батон у них испорчен, уходим аж туда на батон наперед. Теперь тут придется лезть в проем. Ну, по крайней мере, до вот этого ребра точно придется лезть. Пока, потому что вот тут вточишься, вот эти все пупырчики поубираешь. Интересный. Интересный автомобиль, есть чем позаниматься. Продолжаем трудиться. Вчера, пока стрим вел, Саня тут загрунтовал все, что нужно. А сейчас бампера чухаем. Это крыло, получается, просто идет в перекрас. Вроде бы повреждений там под грунтовку нет никаких. Крыло перечищено, перегрунтовано. Перетереться можно, краситься как бы. А с бампером что у нас происходит? С бампером просто счесываешь, да? Он весь ровный, как понимаешь. Тут единственное, что заваривались проктроники. Надо, ну, капушку какую-то пошпатлевать. А шпатлевки было. Но. Ну, вот так все. Хотя зачем, непонятно, потому что тут все идеально ровно. Ну, реально идеально ровно. Тут тоже кто-то заварил очень хорошо. Тут лючки под омывателя были. А нет, знаешь, у меня чуть-чуть или выточено на бруске. Что-то чуть-чуть оно как-то. Я сейчас здесь сюда сапкой еще пройду, Ну, в принципе, пластик шпатлевать особой надобности нет. На нем можно идти миллиметр-полтора спокойно точить, и будет все норм. А получается, в чем проблема? Есть вот такие вот повреждения, как трещины, да, рвутся. Это в тех местах, где вот это они нашпатлевали, там, где оно как бы и не нужно. Поэтому счесываем его весь до пластика идет. Ну, но хоть можно посмотреть, что снизу происходит, и потом сказать, что будет держаться или не будет держаться. Может, где-то надо ремонт совершить. Это все видно только после расчисточки. А я сейчас занимаюсь следующим, пока есть время. Я прошел уже, в принципе, тот борт, капот и этот борт. Я чешу на ней сопли, потеки, мусор крупный под полировку. Ну, полировать пока что не будем, уже полировать после покраски. Ну, такой хотя бы самый горбыли поубирать. То есть по капоту тут просто его весь трезаком, вот так вот, этим не трезаком, а катером весь фактически прошел. Очень много мусора. Ну, остался багажник. Как бы такое. Он, вся машина пойдет под Мерлон. Тысячный, трехтысячный, пятитысячный. Чтобы поубирать шагрень, позапиливать вот эти вот, что я сейчас срезаю. Потому что их настолько много, что вручную, так как на BMW, уже не прокатит пройтись непосредственно по резу катера. Тут надо идти машинкой. Ну, просто быстрее будет. И качественнее получится результат. Вручную такой объем шпарить. Неблагодарное дело. Ох, много мусора-то, а. Да мусора много, говорю тут. Капец, он просто. Они не единичные бревна. Они прямо такие. Ту-ту-ту-тух. Как будто с футболки сыпалось у кого-то, кто красил. Прямо очень. Эх, чуть-чуть я не успел заснять, что тут Саня сделал, но пока грунт по пластику лег. Получается, что он разматывался
везде, нигде не положил шпатлевки. А единственное, что ну, тут перельет, где идут провары парктроников, тут надо перелиться. То есть нету шпатлевки даже нигде. Кроме туманок, размотовано все в ноль, чищено. Сейчас все перегрунтуется. Ты шпатлевку вообще нигде не положил, да? Ну, там какой-то кратер. Ну, вот тут, по-моему. Вот. А, вот, вижу, вот. Да, сейчас. И вот. Блин, в камеру вообще ничего не видно. А, солнце так пробивает, Андрей. Отодвину. О, вот так хотя бы на свет. Получается, что шпатлевка лежит вот тут вот, в кратерочках. И это все. Больше нигде ничего нет. Под 220, да? Угу. Наверное, будет тут три слоя гринти. О, кстати, пошли сейчас покажу, с чем грунт разводить. Так, получается, к грунту гринтифиллер у нас есть вместо обычного твердоса вот этот твердос. То же самое по объему, то же самое по разбавлению. Ну, 13%, да, по весу. Но это у нас твердос, который пластик праймер. Все. Это именно в гринтифиллер. Угу. Так, давайте посмотрим, что Саня нагрунтовал. Здесь было два слоя. Я сейчас покажу, на чем он ошибся. Ему, как бы я об этом уже сказал, а вам покажу, потому что такое, для общей информации. Два слоя. Ну, тут все нормально, потому что тут просто перетер такой, где там протиры, да, такие глубокие. Этого достаточно. Здесь надо было не два толстых слоя, а три средних, нормальных слоя. Потому что два толстых слоя на первом начинают рисовать. Но здесь еще не так сильно. А вот здесь, посмотрите, что происходит при первом толстом наливании. За счет разной впитывости материала на мультиповерхности, это там, где есть старая краска, допустим, здесь ее просто снять очень неудобно. И она лежит нормально. А здесь пластик, да, между ними есть протиры. То есть лак, база, лак предыдущий, там база, грунт, заводской лак окрасочный. Это мультиповерхность называется. Тут оно оконтуривает. Поэтому первый, если прошел бы такой тоненький припыльный, потом второй в залив, третий в залив, вот этого бы не было, а результат был бы вот таким, а не вот таким. Здесь просто заливалась 220-я риска. 320 надо наждачок купить. Но там... Вот, тут я пошел. Да, вот то же самое ты бы получил вот здесь, трех слоев тоненький. Ну, и вот эта половина тоже припыл, а потом... Ну, она лучше, но все равно. Как бы результат можно было добиться вот такой на вот этой поверхности. И у тебя даже меньше бы выступало вот этих вот всех шершавчиков, которые... Тоненький. Да, но... тут тоненько, нормально, меленько. Поэтому лучше, как я говорю, сделать на один слой больше, но тоненький. Во-первых, они сохнут быстрее, просыхают лучше. И не будет вот таких вот прикольчиков с законтуриванием. Но это довольно-таки частая ошибка. Она у всех встречается, особенно с новым материалом. Не знаешь... Такой фигни нет, знаешь, на чем? Вообще. Вообще нет? Вообще. Не знаю, я ему очень давно работал. Не помню. Ну так его и тереть, извините. Он, да. Он хрен трется. То есть тут такое выбрать. Либо навалить три слоя. Кстати, знаешь, я так на него смотрю, как бы его не пришлось через мокрый по мокрому вольнуть. Потому что мне не нравится, допустим, хотя это уйдет, контур. Этот, что тут еще я такого увидел, тут еле-еле просматривается. А вот тут очень хорошо подсело, но не знаю, хватит ли толщины, чтобы выточиться. Посмотрим. Но у нас есть время, он как бы не торопится. Тут даже, знаешь... Вот я к чему веду, приедет следующая машина, она все равно нас не торопит. От того, что мы ее красим послезавтра или через неделю, нам она месяц стоять у нас жить будет. Поэтому бампер можно вообще закинуть, пусть валяется, его перетереть и тоненько, просто да, чтобы не делать это мокрый по мокрому, это как вариант. Грунта сюда уйдет 100 грамм на последний проход, но зато ты точно проверишь все у тебя, которые заваренные, потому что они же не шпатлеванные. Где-то тут я сейчас увидел, только не помню где и что. Сейчас, не, значит не тут. А где сейчас что увидел такое? Прямо знаешь... Ну, вот это сильно, как бы, видно, что она прям раз и посела. Вот этот, наверное, меня засмущал, что виден. Так они все попросили. Ну, они, да, они подотрутся, это будет нормально и адекватно. Что тут мокрое, я не пойму, вот это же плюнул, что ли? Нет. А что оно мокрое? Не знаю. Странно. Ты тут все смыл? Ну, тут, а, ну да, тут чистый пластик, видно, что по машинке.
А что оно такое, как будто реально я спрашиваю, ты что плюнул? Ну тут, кстати, смывка была. Ну тут была смывка, ну ты же ее стирал. Ну, вытер, конечно. Обезжирил. Вообще странно. А тут была смывка? Ну, тут все четко. Странно. Ну, в общем, с этим мы разберемся. Скорее всего, бампер стоит, наверное, перегрунтовать, либо же как бы открасить мокрый по мокрому. Но очень, знаете, не исключен тот факт, что если его аккуратно перетереть 400 и 600, то его можно будет окрасить как бы и так. Да? А ну, покажи, где. Твой бампер. А, ты уже его покрасил. Если накосячил с этим, мне хватило. Я понял. Ну, такие дела. В общем, на реально сколько времени ты потратил на машину? Да, мы потратились на слабочек. День? Ну, короче, за один рабочий день, скажем так, подготовлено, да, разобрано все, подготовлено в грунт и загрунтовано. Следующий рабочий день это все перетирается и красится. То есть, теоретически, два рабочих дня на одному человеку с разборкой, сборкой, покраской, но без, да, и с полировкой. То есть третий день уйдет на полировку всего, там переходы поубирать с той стороны и всю ее отполировать. Как бы так, в принципе неплохо. Ну и подсобрать. Ну три, ладно, тире 4 дня, потому что все равно плотно, полноценно, прям чисто одной машиной, да, не получается заниматься. Такие вот дела. Красиво она без морды, мне даже нравится больше, чем с мордой. Она так более злая какая-то. Класс. Всем пока.